Премьер-министр Армении Никол Пашинян раскрыл тайну беседы с первым президентом Армении. Он сообщил, что Левон Терпетросян предлагал ему сдать земли в Карабахе еще летом 2018 года. «Я раскрою секрет, что сказал мне первый президент во время нашей встречи в июле 2018 года. Цитирую, «Земли уже должен сдать. В обмен на что? Почему? Как?» Представление первого президента, во всяком случае, сформированное в тот день, не выходило за эти рамки, а все остальное – вопрос оценки, сказал Пашинян в среду на заседании парламента. По словам премьер-министра, ранее он уже заявлял о том, что в переговорном процессе по карабахскому вопросу должен будет руководствоваться собственной повесткой, поскольку армянская сторона уже давно перешла все свои красные линии. Отметим, что отношения Пашиняна с Левоном Терпетросяном, которого называли политическим крестным Пашиняна, резко обострились после того, как экс-президент поддержал требования отставки премьер-министра Армении.